Друзья, огромный всем привет! Мы сейчас с Ларисой решили прокатиться в Цибанабалку. Это недалеко, рядом с Витязева. Вот, мы хотим вам показать Цибанабалку и хотим вам показать новые нарезки. Это компания «Стройгарант Анапа» выкупила там участки, сделали нарезки, будут строиться. И те, кто хочет переехать в Анапу, вот, я бы рекомендовала это место. Посмотрите сейчас. Но место реально очень хорошее, очень тихое. То есть, если вы любите тишину, вы можете в Анапу съездить, погулять, там шум-гам, потом вернуться домой в тихое и спокойное место. То есть, это здесь такая спокойная, спокойная жизнь. Мы много раз в Цибанабалку приезжали, но вот Ларисы у нас не было, да, ни разу в Цибанабалку? Нет, первый раз еду. Да, вот я Ларисе тоже интересно посмотреть. Ну, конечно, они уже купили участок, ну, хотя бы просто, что из себя представляет. В Цибанабалку мы ездим сдавать анализы вообще с детками. То есть мы привязаны к Цибанабалке, хоть и далековато, да, от Анапы. Ну, так вот, в общем, у нас. Мы уже подъехали. Немножко покажем вам дорогу и покажем нарезки участков. Также хотим показать вам школу, садик, какие есть магазины, рынок. Ну, там вообще прям абсолютно есть все для того, чтобы просто даже можно не выезжать с этого поселка. Поехали. Также спрашивали, Алена, пропускают ли в Анапу, если едем на машине? Ребят, на машине, кто ехал, всех пропустили, вот, то есть без проблем. Но пропускают тех, кто едет на ПМЖ. Если вы едете на отдых, то навряд ли вас пропустят. Но опять же, если вы скажете, что вы едете именно выбирать дом, да, либо купили там участок, хотите строиться, то вас пропустят. Поэтому если вы уже что-то свое продали и ждете, когда все-таки откроют все дороги, вы можете смело пробовать. Так как у вас, я так понимаю, если вы продали, прописки нет, то вас тогда 100% пустят. Вот. Так, что у нас есть здесь? Мини-маркет, цветочный магазин, асфальтированная дорога центральная. Смотрите, магазин «Пятерочка». Дальше мы поедем, будет магазин «Магнит», «Хозяйственный мир». Мы сейчас проедем туда и посмотрим, что есть там. Ларисе уже понравился поселок, говорит, прям такой хороший. Угу. Здесь вот водичка, видите, можно водичку брать в бутылях. Современный такой вообще. Да. Так, аптека, «Хозяйственный мир», мясной, рыбный дворик, свежее мясо. Здесь же администрация, кстати, семейный стоматолог. Ребят, вот почтовое отделение, пожалуйста. Вышли мы немножко прогуляться, показать вам школу. Вот она, здесь охрана у нас сидит. Но нас не пропустят, но мы хоть так посмотрим. Но школа громадная, да, Ларис? Смотрите, какая она большая, здесь все. Видите, как? Три этажа. Ну так, можно посмотреть немножко. Все заасфальтировано, чисто, даже смотрю, вон детские горки какие-то есть. Кстати, эта школа вошла в десятку лучших школ в крае, представляете? Вот так вот, не тяп-ляп. Кстати, мою Алиску можно будет возить именно в Цибанабалку, в город возить, там много деток. А в Цибанабалке все-таки меньше детей, чем в городе. Тут хорошо видно. Вот так вот. Поэтому, если вы с детками, то как бы хороший вариант. И также здесь есть садик, но мы его еще пока не нашли. Все засажено, смотрите. За всем этим следят. Аптека.ру. Здесь аптека. Универсам. Тут же почта. Все рядышком. Ездили и нашли мы садик. Смотрите, детский садик, номер 44, Аленушка. Ну разве садики Аленушки могут быть плохие? Вот он садик, смотрите. Ух ты, там тоже все для деток сделано, все чисто, аккуратно. Вот так. И не пройдешь, все закрыто. Получается, все рядом, ребят. Школа, садик, почта, магазины. Вообще прям вот... Как с Ларисой ездим, смотрим, Лариса говорит, Ален, такое ощущение, как будто я в Чухтет попала. Все есть. Мы остановились возле Магнита и Магнит Косметик. А обычно вот здесь вот продают рыбу свежую. Но, видимо, сейчас пока запрещено продавать, ее нет. А так вот и тоже мы, бывает, раз приедем, рыбки свеженькой купим.
как зажарим потом вкуснятина. Решили мы пройтись по магазинам, посмотреть, что там продают. Мы уже маленько поснимать дорогу. Ребята, хочу познакомить вас. Вы у нас менеджер, да? Руководитель отдела продаж Александр. Угу. Знакомьтесь. В общем, мы вам показали все, что есть в Цибанабалке. Буквально от Магнита в 2 минутах находится вот этот поселок, да, будет находиться? Да. Асфальтированная дорога, вот мы ехали с вами. Угу. Получается, здесь будет три улицы, но дома будут вот по эту сторону полностью справа. И по эту сторону будет 220 домов. Вот здесь будет коммерция встанет, то есть продуктовый магазин. Это мы уже будем прям конкретно от Стройгарант Анапа будем делать коммерцию. Вот 220 участков, также в едином архитектурном стиле, охрана, видеонаблюдение. То есть маленько даже поменяли облицовку. Если морской у нас в таком был стиле, то сейчас добавили там маленько другой стиль, тоже вы увидите. В Гастагаевской такой один дом построили, очень понравилось, даже его сразу продали. Угу. Вот, место, сами видите, хорошее. 8 километров от Анапы, 5 до моря. Рядом ЖД, вокзал, аэропорт, трасса Керчь. Новороссийск. Угу. То есть такое место прям просто сказочное, реально. Я уже сам думаю, может, все-таки сюда, а не на морской. А в морском еще остались дома? Да, получается, 140 продали, да, всего будет 250. Угу. Ну там как уже, лучше что-то поменялось? Ну да, там темпы просто колоссальные. Здесь уже буквально за 2 недели Кубань Энерго вот полностью электрификацию сделали. Свет 15 киловатт, ну вот здесь провода еще осталось. Угу. Свет 15 киловатт. Вода также будет центральная, септик индивидуальный, дренажный. По газификации поселка ведем переговоры. Ну, скорее всего, будет, потому что вся Цибанабалка на газе, вот можно даже трубы увидеть. А, ну да, но я думаю, что будет, конечно. Рядом. Цены здесь, получается, у нас от 4700 и это 65-70 квадратов. Угу. И от 5 до 7,5 соток земля. То есть это на выбор уже клиента. Так у вас даже не 4, а 5. Да, да, да. У нас эта концепция везде. Морской, звездный, гастагаевская. Отделка в подарок идет. И причем не ширпотреб какой-то. Угу. У нас там и розетки Шнайдер, и котлы немецкие, и двухконтурные стекла. То есть полностью. Вот вы видели же у нас, Алена, не раз. Да. Вот, кстати, задают вопросы, потому что переезжает много кто в Цибанабалку, хотят его, кстати, это как вариант, можете рассмотреть. Слышно ли самолеты, когда летают? Слышимость какая? Ну, в морском там как бы, да, слышно, они практически как бы там в 100 метрах мимо поселка летят, то тут вообще как бы не будет слышно. Видно будет, наверное, вон там, да, аэропорт мы видим. А вот, да, туда получается. Но слышно не будет. И над головой здесь ничего летать не будет. Почему, например, взяли мы Цибанабалку? Директор у нас опытный, и участки как бы немало, видите, взяли. А тут вся инфраструктура. Я думаю, вы уже объехали, посмотрели. Вплоть от садика до больницы, как бы, дом культуры. Все здесь. Население Цибанабалки 5000 человек на данный момент. По моим источникам. Да. И как бы здесь это, и люди такие адекватные, все как бы рады, и глава района очень хороший, он прям содействует, он очень рад, что и какие-то любые предложения, то есть новаторство, он все как бы помогает, содействует, ему отдельная благодарность. Да, вы знаете, что, вот смотри, Гастагаевская, да, очень так вот прям вот на ПМЖ переезжает туда. И распиарили. Благодаря вам. И Цибанабалка, то есть сейчас вот Гастагаевская, но там уже мало участков, да, на самом деле. Да. Сейчас вот Цибанабалка, а потом пойдет уже на Тухаевская. Да, просто Цибанабалка, все-таки лучше, Гастагаевская, потому что мы же тоже строим в Гастагаевской. Но тут все-таки вот и море 5 километров, и Анапа, вот, пожалуйста. Рядом. То есть, да, детишки там. Я для себя сделал как, и рекомендую, кто будет выбирать, например, у нашей компании. Морской – это контингент где-то 45 и выше.
потому что там нету, ну, школы, например, ну, прямо вот, чтобы детей взял и отвел. Там школьный автобус ходит, тут споров нет. Но надо все-таки либо на такси, это Яндекс.Такси 60-70 рублей, либо если машина есть в семье, там, вот, или жену отучить на права, как вот я сейчас отправил. Вот. А Звездное — это тоже такое тихое место, где 50 всего будет домов. Там тоже как бы нету школы, там больницы рядом, садик есть, да. А в Цыбанабалке это вот молодые, вот кому там 30, 25, 20, да, с семьями. Здесь таких как бы и все для этого есть. На данный момент, когда у нас был старт продаж, это буквально 2 месяца назад, мы уже заключили 7 контрактов. И первые 5 клиентов получили как бы 200 тысяч скидки. О, а сейчас тоже так возможно? Нет, ну уже эта акция прошла, мы не можем всем так делать. Но все равно скидка какая-то все равно присутствует. Но это зависит от сколько человек вносит сразу денег и на каком этапе строительства, ну, идет объект. Поэтому у нас всегда есть предложения индивидуальные, и мы дома строим по индивидуальным проектам. У нас есть своих 15 проектов, и можем любой проект просто нам дали, мы построили. У нас вот в штат взяли тоже, ну, это единица маленько пустая была, начальника ТК. Это отдел качества. В Витязево живет человек, Дмитрий Николаевич, 35 лет в стройке. Просто наиопытнейший человек, и он как бы глазами является клиентом, входит, носом тыкает всех, ну, на совесть, да? Чтобы было прям приятно тоже. Вот он и на канале обзор недавно делал, тоже такой грамотный человек. Поэтому здесь уже команда вся слажена, бригада у нас 10 лет, вот так кто вот, сейчас 10... костяк держится. На да. рынке вы 10 лет? С 2006-го. Да. Так вы уже зарекомендовали себя очень, ну, прям. Да, это же как бы уже приятно по рекомендациям, когда люди едут, то есть не только от рекламы. Вот мы стараемся держать качество, держать цены. Поэтому, если сравнивать по Анапе, у нас цены, ну, средние, скажем так. Не низкие там, когда в субсехе частные дома там строят индивидуально, ну, там кота в мешке брать, а мы средние держим. Но вы же тоже снимаете все, на канале выкладываете. Да, у нас на нашем канале, конечно, по 3 ролика в неделю стабильно делаем. И всегда рады блогеры, когда приезжают. Это и с агентствами недвижимости работаем, хотя как бы смысл туда обращаться, если можно к застройщику напрямую прийти. Кстати, вот такие вопросы тоже задают. Говорят: Ален, вот мы сейчас придем и скажем, что от тебя пришли, а нам вот не дадут скидку, вы же там 200 тысяч имеете. Да ну, какие 200 тысяч? Вы же там, это, я так смотрю, думаю, ну какие, таких сумм вообще нет. Нет, нет. Это если придет тебе от Алены, то просто я как от себя лично ей какой-то подарок сделаю, и не больше. Это вы не у покупателей будете, правильно? Да нет, конечно, нет, нет. Это когда человек идет в агентство, например, и готов внести, например, там 90% скидку, и нам говорит: дайте какую-то 90% денег, извиняюсь, внести, и говорит: дайте нам скидку, то, конечно, мы ему уже не можем дать, потому что мы должны комиссию отдать агентству. Ну, это да. Это, ну, маленько разное. Но понимаю все равно, почему обращаются туда люди, это меньше рисков, там агентства знают всех застройщиков, земли там и так далее. Но у нас также в компании полное юридическое сопровождение. Также адрес, который вы выбираете, хоть дистанционно, хоть здесь, он уже на кадастре есть. Уже есть разрешение на строительство, поэтому вы здесь полностью, ну, безопасность имеете. Это еще лучше, когда вы идете прямо напрямую. Ну, конечно, да, это везде так. Да. Посредник, он и в Африке посредник. Он свое все равно, ну, получает. И от кого это, от клиента или от застройщика, он свое имеет. Конечно, многие боятся покупать, когда еще не видят дом, да? Все равно есть такие. Да, да. Но интересно, что вот в том месяце у нас очень много было дистанционных сделок. Кто еще ни разу не был. Так карантин. Да, менеджер ходит прямо вот так вот в режиме онлайн. Там надо, если к соседям подойдет, надо, если дорогу заснимет также. Все покажет, да? Там еще интересно, есть пруд. Он частный, но с этой стороны он не загорожен. Вот там вот где-то машина, видите, бордовая стоит. А, да, вижу. Вот, бордовый. Там частный пруд есть. И вот кто будет дома брать по ту сторону, они прям будут выходить на пруд. Там, ну, можно... Конечно, да, там у него с его стороны загорожено, а с этой нет. Это вот, может быть, это даже и не частный, я не вникал еще. Но место такое прям очень хорошее, тихое, спокойное, то есть земля здесь хорошая очень. А назначение земли здесь ЛПХ,
если у нас на морском СНТ звездные ЛПХ, и здесь ЛПХ, то есть, ну, это практически как ИЖС. Понравился мне поселок, и также я вот с родственницей, которая переехала с Красноярска, тоже говорит: Ален, как тут здорово, очень-очень нравится. Поэтому смотрите, да, рассматривайте, может быть, еще понравится. Я номер телефона, да, ваш оставлю? Да, без проблем. Ну, если кто все-таки с канала, то, ну, говорите, что да, на канале не мы, как, ну, 200 тысяч. Ребят, ну на этом все. Будут какие вопросы, задавайте. Вам будут отвечать. Что я буду знать, буду отвечать. Если нет, то Александр будет вам отвечать. Всем пока. Увидимся в Анапе. Да.